Хе-хе-хе. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Виталий Вит, и вы снова на канале Русский Симрейсинг. Ну, я уже не был в ютубном пространстве, наверное, лет 100, много тут поменялось, я не в плане там новых блогеров, там ребят или еще там чего-то такого. Поменялось, конечно, в худшую сторону в техническом плане. У меня даже близкие друзья, молодые близкие друзья, уже в ламы смотреть им YouTube через VPN, вот эти пляски. И, естественно, народ, как бы и у народа тоже азарт с просмотром YouTube подугас. Но, надеюсь, не у наших гонщиков, любителей симрейсинга, ралли, кольцевых гонок и так далее. В общем, что о себе хочу сказать, что я, куда я пропал. У меня все банально получилось. Дело в том, что я как раз-таки о друзьях, другу давно обещал собрать комп. И, в общем, я на базе своего старого i9-9900KF подогнал, значит, ему комп. И на базе 2080 Ti. Я обновился, купил 3080 Ti. А еще один 9900K уже у меня был в стримерском ПК. Я так и подумал, то, что стримерский жирно, i9 поставлю 8700K, благо они сейчас стоят около 10 тысяч рублей. Вот. И таким образом все у меня будет хорошо, все у меня будет в шоколаде, тем более у меня мать лежала гигабайтовская Aorus Elite, наверное, лет 5 про запасы когда-то купил, на всякий случай, если комп сгорит и так далее. Ну и вот у меня началась эта свистопляска, я очень быстро собрал другу комп. Все хорошо, а у меня начались какие-то танцы с бубнами, не буду сейчас сильно вдаваться. В общем, получилось так, что у меня были постоянные проблемы с виндой, постоянные вечные перезагрузки, я только как только не рыл. Кстати, передаю привет Кримхарду Валентину, нашему другу, вы тоже его видите или слышите на стримах, там в чатах, это все наши друзья, ролисты, кольцевики и так далее. В общем, пляска оказалась такая, что банально, я потом продал эту мать, купил еще одну гигабайтовскую, по-моему, уже мастер или про, ну, следующую, которая идет после элит. В общем, продал ту мать, потому что она все-таки как-то заводилась, продал товарищу Владивосток, из Владивостока товарищ мне пишет: спасибо огромное, Виталий, шикарнейшая мать, все работает, все хорошо. В общем, какие-то у меня невезухи со сборкой железа. Первый раз у меня такая тема. Первый раз. Вот. Ну, я так грешу, наверное, все-таки подходит к концу жизнь SSD-шника M2 накопителя и так далее. Ладно, в общем, что у нас получается? Я пока на старом железе. В стримском ПК, кстати, тоже были проблемы. Система не хотела стартовать. Я купил 8700K. Подумал, ну все, значит, киданули меня с 8700K. Наверное, горело и так далее. И первый раз в жизни я столкнулся с тем, что была навернута одна из новых плашек памяти Патриот. Просто говорю, мало ли, может быть, кто-то усомнится теперь в этих Патриотах. Хотя у них там и из магазина дают какую-то бешеную гарантию. Но мне не понравилось. В общем, одна плашка горела. Я попал еще на плашку памяти стримерского ПК. Ладно, бог со всеми с этими делами. Что сейчас я? Сейчас я как бы готов. Я жду новое железо. Вышел этот 285-й Intel. Что-то там его не жалуют. Тем более сейчас пока это все раскочегарит, всю эту тему. Руки чешутся, уже думаю брать 14900, но друзья отговаривают, и также везде все говорят: очень горячий, и к тому же еще они все горят. Ну, не все, не поголовно, но как-то вот опасненько брать процы, которые жалуются не только у нас, как говорится, в Туле, там, да, я специально так утрирую, но и за бугром, что горят они, эти процы. Вот, естественно, я тогда думаю в сторону красного лагеря по поводу AMD-шников, да, вот этот вот 9-й уже, не 7-й, не 7800X3D, на который задрали цены по полтиннику, уже за них хотят, а 9800X3D, но он пока не вышел. В общем, по железу я в прострации, ничего не вышло, я впервые в жизни готов купить как бы новое железо, хочу новое железо, но как-то вот пока не судьба. Ну, тупо буду пока сидеть вот на этом на всем и как бы ждать, когда это все выйдет.
Дальше, что у нас по обзору? Значит, от Тамерлана я от нашего друга, который у нас наш семеджиковский, значит, брат, который нас снабжает семеджиками компании Simugear. Жду большую посылку. Сразу же могу вам рассказать, так как вы понятно, что многие меня ждали, соскучились, и поэтому я не буду вилять хвостом, там что-то не договаривать, но скажу, что будет в этой посылке. Значит, в посылке у нас будет, ну, это там для стримов, для будущих, если, дай бог, они будут, а я надеюсь, что они будут. Значит, там будет мерч и плюс два основных, значит, таких момента. Ну, один момент глобальный, это для меня. Будет новейший Тамерлан, кстати, теперь официальный дистрибьютор, продавец компании Pimax. В общем, будет у нас новейший Pimax Crystal, Crystal, или как там говорить, Crysis, Crysis, да, Crystal. Вот. А теперь все будет, там есть какие-то проблемы, меняться по гарантии, он напрямую от них, значит, торгует этими шлемами. Пока сейчас не спешите и ждите, естественно, мой обзор, не надо сразу торопить события, лезть там на Авито или еще куда-то. Да они же это все дорого, и у него на сайте дорого, но надо понимать, что там есть версии без контроллеров, без еще чего-то, вот, но зато с его замечательными линзами. Эта новость, как бы, она для меня важна, потому что я, вот, как видите, да, я играю преимущественно в VR. Не знаю, вернусь ли я еще на трипл. Трипл у меня стоит. Естественно, это трипл, это только для стримов, как, собственно, он у меня и был до этого. Вот. В жизни я вне стримов играл и играю в VR-очках, в шлемах, в шлеме. Oculus Quest у меня сейчас пока на данный момент. Я полностью растворяюсь, полностью, как говорится, в игре, полностью в этой гоночной машине. Есть и стримы у меня на шлеме, кто новички, если смотрит, можете посмотреть. Вот. И, в общем, я жду этот Pimax. Почему я об этом так долго рассказывал, о Pimax? Да потому что я, естественно, сейчас также, да, готов обновиться, да, но видите, Тамерлан меня вовремя остановил, говорит, не покупай третий квест, тем более мне не нужны вот эти все, знаете, битсейберы, вот эти все игрушки около телевизора там или еще что-то такое с контроллерами, или там посмотреть, лечь на диван и посмотреть на большом экране, ну, в шлеме, да, как в кинотеатре кино какое-то. Мне это неинтересно. Я, как бы, знаете, за аналог. Мы сейчас все с вами, я так подразумеваю, будем топить, и нам хотеться будет аналог уже, это, знаете, цифровизация, но тоже где-то в кишках уже сидит. Поэтому охота вживую посмотреть телевизор, я так считаю. Ну и мне неинтересно вот эти с контроллерами бегать и так далее. Значит, мне только вот по шнуру, естественно, мне не нужны эти аккумуляторы, которые в квестах, да. Мне нужен шнур и путевый шлем. А шлем обещает быть путевым, как бы там очень и посильнее, ну хоть-то немного, но помощнее разрешение. Но там какие-то божественные линзы, линзы прям чуть ли не оптические, такие, как в объективах стоят, да, не какие-то не панкейки или еще что-то. В общем, жду с удовольствием. Это вот прям новость такая, наверное, для себя любимого. Я знаю, что многие до сих пор не вкатили тему VR, она им неинтересна и так далее. От себя только немножко скажу, что вот сейчас с моим переходом на 3080 Ti, у меня уже вообще во всех играх, считай, наверное, на хаях, значит, все задрано, поэтому, ребят, с 30 серии как бы можно уже жить, а если у кого 4-й какая-нибудь 40-70, там супер или не супер, или обычный, то уже можно спокойно ездить. Дальше второй девайс, который будет по ссылке, это у нас педали P500, которые новые вышли, по-моему, так они называются. Не надо опять так же забегать вперед, это что вы видели, допустим, где-то в YouTube, что там одни пружины. Естественно, там блок будет ставиться и на тормоз, там как дополнительный кейс, да. И еще что мне нравится, как бы, это ответ, наверное, фанатекам. Я забыл уже, какая серия у них идет, не Клаб Спорта, а... О, блин, грех мне, да? На фанатеках всю жизнь ездил и забыл. А вот. Идет ответ, наверное, им, чтобы уже люди не вспоминали о фанатеках и так далее. В общем, что хочу сказать. Тоже интересные педали, и плюс к ним будут, вот, может быть, опять кому-то не так важны педали, что будет к ним плюсами. Плюсами будут еще вот эти черные новые вибромоторы. Они помощнее, ой, послабее, чем те здоровенные красные, да? Вот. Но вот я хочу тоже тестировать, как они работают. И, может быть, я их там до кучи тогда докуплю. Ну, пока не буду говорить для чего. Ну, в общем, вот так вот. Ждите вот такой анонсик.
В сегодняшнем видосе за кадром был, как я вернулся в ралли, догоняю я своего брата Кудасова по стиму друга, да, вот стараюсь, ну, вроде как-то вот вкатываюсь.